В совещании по проектному управлению у главы республики участвовала и министр туризма Бурятии Мария Бадмацеренова. Сегодня она у нас в студии. Мария Борисовна, здравствуйте. Добрый день. Самому министерству буквально несколько месяцев, появилось оно 1 января 2018 года. Расскажите, какие первые ориентиры вы наметили за этот срок? Первые ориентиры у нас – это создание стратегии развития туризма, куда мы идем, как мы идем, с кем мы идем и для чего мы идем. То есть это философские вопросы. Да. Ну, естественно, конечно, государственная программа создания новой госпрограммы развития внутреннего визного туризма в Республике Бурятия. Это работа с федеральной целевой программой, с действующей, которая заканчивается в 2018 году. Реализовалась она с 2012 года на территории республики. И вхождение в новую федеральную целевую программу. Работа с особой экономической зоной, так скажем, перезагрузка ее тоже, там очень много интересных ситуаций. Ну и, конечно же, качество услуг, продвижение туристского продукта Республики Бурятия на мировом рынке, на российском рынке, даже среди местного населения, потому что я также вот думаю, что не все горожане в первую очередь знают о Северобайкальске, или там, ну, в смысле знать знают, но не были, да, или там в Тункинской долине, в Курумканском районе. То есть у нас сама по себе Республика Бурятия настолько богатая, обширная своими ресурсами, именно в плане туризма, да, в познавательном, что мы сами должны, прежде чем сюда приглашать к нам гостей, сами должны ее хорошо узнать. Да, зато Орел и Решка там побывали. Да, Орел и Решка уже побывали. Хорошо. Вот сейчас у нас Первый канал здесь работает в республике. Идеальный ремонт программа. Она... Да, хорошо. Скажите, а какие вот самые важные препятствия вы видите на пути развития? Ну, в первую очередь, это вот вообще такое законодательство нашей байкальской природной территории, которое в первую очередь с сохранением Байкала, конечно, связано. Мы ни в коей мере не... Ну, не все можно себе позволить, да, на побережье Байкала. Да, и бизнес, туристический, туристский бизнес у нас буквально работает, ну, в условиях выживания, я бы так сказала. Локальные очистные системы, водозаборы, системы санитарной защитной зоны. То есть, если вот по-честному там можно их всех, ну, по большому счету, все работают, ко всем можно там в плане соблюдения федеральных каких-то норм, да, санитарных, именно связанных с охраной озера Байкал. Но, тем не менее, это наше все, это наш бизнес, да, Министерство туризма – это Министерство бизнеса, в первую очередь мы работаем, чтобы они работали у нас, чтобы у них было... экономика и, соответственно, налоги, и доходы, и зарплаты. Поэтому создаем условия, чтобы вот как-то хотя бы помочь, ну, и по нормативному регулированию, и по возмещению затрат на создание инфраструктуры. Мария Борисовна, много у меня к вам вопросов, но мало времени в эфире новостей. Давайте продолжим нашу беседу в актуальной теме. А мы продолжаем наш выпуск.